говорится, рыбалка рыбалкой, но отдыхать тоже нужно. Сегодня я решил посетить Yas Water World. Это один из лучших аквапарков Азии. Ну, точно самый лучший аквапарк в Эмиратах. Сегодня буду кататься на разных горках, на разных аттракционах. Я думаю, взял с собой экшн-камеру, думаю, много интересного вам покажу. Покажу, как оно выглядит изнутри. Что касается билетов, билет сюда стоит 265 дирхам взрослый, 220 стоит детский. Ну что, не будем терять время, погнали. Какие здесь есть магазины. Я сильно по ним указывать не буду. Тоже здесь можно водичку купить, кока-колу, фанту, полотенца всякие разные с надписью аквапарка. Также есть, кому нужно, вот банкомат ADCB, снять деньги. Мы вышли на главную арену парка. Вот видите, у меня за спиной вот такой вот бассейн. Получается, от этого бассейна идут разветвления на разные горки, разные там аттракционы, как для детей, так и для взрослых, как и для семьи. В общем, сейчас одеваю на грудь экшн-камеру и погнал вам показывать. Значит, сейчас у нас, как говорится, в парке карантинный режим. Если вы ходите по парку, ну, нужно одевать обязательно маску. Одеваем маску, идем в туннель. Сейчас я вам покажу одну очень интересную горку. Погнали! Мы находимся на самой известной горке Yas Water World. Она называется Давама. Видите, такое ведро. Сейчас ждем, может кто-то выйдет, и вы видите, как оно все здесь происходит. Но если не выйдет, обязательно я сейчас подцеплю экшн-камеру на себя, и увидите, как оно выглядит со стороны. Можно нырнуть в воду и достать жемчужины. Попробовать сюда. Вот, как вы видите, парень нырнул под воду и будет сейчас доставать жемчужину. Так, сейчас я вам показал дайвинг. Идем на самую интересную семейную горку. Погнали. Самое крутое, что здесь в этом парке есть, это серфинг. Сначала я вам покажу серфинг для детей. Вы когда проходите там первый уровень, вам ставят такую метку на руке, и вы можете идти на другой серфинг. Так, погнали, я сейчас вам покажу. Так, вот это я пришел на серфинг, это здесь вы учитесь. Вот здесь есть тренер, он вас учит, как стоять на доске на коленях. Каждому человеку дают минуту на тренировку.
Один потренировался, сейчас другой вылез. Вот он экзамен, можно сказать, сдал. То есть он на колени стал. Самое главное — это встать на колени и проехаться. И все, сейчас ему, этому парню поставят метку, и он пойдет на другой серфинг. По поводу серфинга, он бесплатный. То есть серфинг входит в стоимость билета. За него отдельно платить не надо. Как, например, когда, если вы хотите понырять за жемчужиной, то там нужно отдельно платить. За серфинг платить не нужно. Вот парнишка сдал экзамен на первом серфинге. Вот он уже пришел, его пустили на второй. Это уже, говорится, он такой более для взрослых. Здесь вы берете круг на одного или на двоих человек, как вам больше хочется. И здесь вот начинается так называемая Lazy River. Получается, вас течением несет по кругу. Пошли там всякие фонтанчики, всякие приколы. И где-то здесь вы, получается, выезжаете. В общем, прикольно. Когда уже устали и уже ничего не хотите делать, можно попробовать поплавать на этой речке. А еще здесь можно неплохо покушать. Вот мы заказали вот такую вот пиццу. Вот она как красиво выглядит. Взяли такую пиццу, кока-колку. Как говорится, по пицце, по кока-колке. И можно уже отправляться домой. Потому что сегодня накупались, накатались. В общем, время провели хорошо. То есть, если вы хотите с семьей прийти в парк и думаете, в какой парк пойти, в Абу-Даби или в Дубае, то я вам рекомендую этот парк. Это не реклама, не подумайте, я ничего не рекламирую, я с этого ничего не зарабатываю. Но вам спасибо за просмотр, а мы, как говорится, не будем терять время, а кушать пиццу.